Меня зовут Нэнси Дрю. Всем мурмяу, мои котятки, с вами Флаффи Китти, и мы с вами в эти предрождественские дни продолжаем проходить игру Нэнси Дрю «Записки черной кошки». Как мы с вами помним из первого видео по этой игре, в некой академии женской у Уэйверли происходят какие-то неприятности. Студенткам данной академии подкидывают записки с следом черной кошки и надписью «Время вышло», «Кошка все видит» и все такое прочее. И в течение нескольких дней после получения подобной записки со студенткой что-либо происходит неприятное, но, как я поняла, вроде, слава богу, не смертельное. То есть кто-то пытается всех студенток из этой академии выжить. И Нэнси Дрю под другим именем была направлена в эту академию, чтобы во всем этом разобраться. Познакомились мы уже с несколькими студентками, и нам даже уже успели дать задание. Это посмотреть список кандидаток, которых нужно сфотографировать для Рэйчел, позвонить Меган Варгас, соседке по комнате Мэл, и выяснить, связана ли ее аллергическая реакция с записками о черной кошке, выяснить, к чему относится слово «лист» на вышивке в комнате Мэл, может быть, это связано с книгой, осмотреть территорию вокруг Рамзи Холла, осмотреть фойе на первом этаже, познакомиться со всеми студентками в Рамзи Холле, прочитать информацию для студенток на компьютере в библиотеке и познакомиться со своей соседкой по комнате в Академии Уэйверли. Это задание, которое мы с вами сейчас будем выполнять. Так, у нас с вами также здесь есть инвентарь. Кандидатки, фотографии которых нам надо сделать, это Мэл Корбалист, Рэйчел Хаббард, Корин Майерс, Изи Ромеро, Меган Варгас, Лила Ядав. И процесс загрузки фотографий здесь также у нас с вами указан. Так, хорошо. Ага, и текущее задание, о чем я вам сейчас сказал. То есть чем мы здесь, собственно, занимаемся. Так, хорошо. Так, телефон у нас также есть в этой игре. Сообщений новых у нас никаких нет. Звонит телефон. Кому звоним? Непонятно. Скорее всего, нужно набрать номер. Слушайте, а у нас с вами есть задание позвонить соседке Мэл. Задание еще не сделано. А как позвонить? Мне, конечно, продиктовали ее номер, но я не помню. Ладно, давайте начнем по порядку. Сфотографировать всех кандидаток, посмотреть список кандидаток и так далее. Так, чья-то комната у нас Изи Ромеро, Лила Ядав. Есть у нас эти девочки в списке? Да, Изи Ромеро, Лила Ядав. Обе есть. Закрыто. Наверное, Изи куда-то вышла. А, да, точно. Мы с этой дверью ничего сделать не можем. Так, это что такое? Пейдж Грифф. Пожалуйста, уходите. Заместитель директора. Закрыто. Хорошо. Туалет. Одно воронье гнездо, пожалуйста. Освежились. Хорошо. Почистили зубы, умылись. Так, ладно, дальше. Так, Мэл Корбалис, Рэйчел Хаббард, Корин Майерс. Так, ну давайте к ним тогда пойдем. Мы же как бы уже знаем их. И я не думаю, что они нам откажут. О боже, как отсюда выйти-то теперь? Я запуталась. Так. Давайте к Мэл зайдем. Новенькая Бека, как дела? Варианты. Ты хорошо знаешь Рэйчел, мне нужно сфотографировать тебя для сайта Академии. Я помогаю его делать. Мне для сайта Академии нужна фотография твоей соседки Меган. Может, тебе остались ее фотографии? О-о-о! Давайте начнем, что мне ее сначала нужно сфотографировать, а потом соседку. Мне нужно сфотографировать тебя для сайта Академии. Я помогаю его делать. Моя фотография будет на сайте Академии? Круто. Давай, фотографируй. Такая красивая, яркая девушка. Так, давай немножко еще приблизим. Ты можешь немного быстрее, пожалуйста? Все, готово. А еще мне для сайта Академии нужна фотография твоей соседки Меган. Может, у тебя остались ее фотографии? Мне для сайта Академии нужна фотография твоей соседки Меган. Может, у тебя остались ее фотографии? У меня нет. Спроси Лилу Ядов. В последнее время они с Меган сдружились. Она в комнате отдыха. Угу. Хорошо, то есть у нее фотографии соседки нет, но есть у Лилы Ядав. Если честно, я передумала. Еще увидимся. Хорошо, ладно. Так, наша комната. Привет. Слушай, а почему у тебя в интернете нет своей страницы? О, что это за вопрос? А ты искала информацию обо мне в интернете? А это что, плохо? Конечно, мне интересно, она что, искала информацию обо мне? А ты искала информацию обо мне в интернете? Ну, конечно. Мы в 21 веке. Я всегда ищу информацию в сети. А еще любой человек до 30 лет, у которого нет личной страницы или блога, либо живет где-то на Марсе, либо серьезно болен. Ни первое, ни второе к тебе не относится. Понимаешь меня? Я сама удалила свою страницу. По личным причинам. Ну, а парень у тебя есть? Да. Ну и кто он? Где живет? Давай, расскажи. Не стесняйся. Мне очень жаль, но, понимаешь, я пока не готова об этом говорить. Ладно, как хочешь. А о чем ты готова поговорить? Итак, варианты. Я познакомилась с Мэл. Она такая необычная. Я тут встретила Изи, когда вышла из нашей комнаты. Знаешь ее? Рэйчел попросила меня помочь ей своим проектом. Давайте начнем по порядку. Я не знаю, будут ли удаляться потом варианты или нет. Но начнем с того, что я уже успела познакомиться с Мэл. Она такая необычная. Я познакомилась с Мэл. Она такая необычная. Да, поэтому мы дружим. Она сказала, что мы подруги? Прости, это было глупо. Ну вот, опять этот тон вечной неудачницы. В твоей семье тоже есть традиция учиться в Уэйверли, как у Мэл? Мэл дружит с кем-нибудь еще? Давай про традицию спросим. В твоей семье тоже есть традиция учиться в Уэйверли, как у Мэл? Как же? Я поступила сюда без всякой помощи. Меня приняли, потому что я была лучшей из абитуриенток. Так-то. Конечно, это мои слова, но от правды никуда не денешься. Я тут встретила Изи, когда вышла из нашей комнаты. Знаешь ее? Я тут встретила Изи, когда вышла из нашей комнаты. Знаешь ее? Конечно, это Изабелла Ромеро или Изи. Королева Изи. Могу представить, какой она была милой и дружелюбной при встрече с тобой. Наверное, она решала, достойна ли новенькая стать ее подружкой. Вообще-то она действительно была довольно дружелюбной. Правда? Ну, поздравляю, ты ей понравилась. Ну, а я нет. Эта девчонка никогда не упустит шанса как-нибудь уколоть или задеть меня. Я понимаю, что это из зависти, но все равно это очень неприятно. А еще Рэйчел попросила меня помочь ей с веб-проектом. Хорошо, хоть не меня. Она тебе не нравится? Возможно. В общем, мне нужно тебя сфотографировать. Ты не против? Она тебе не нравится? Она не входит в число приятных мне людей. Она какая-то слабая. Она провалила тест и не может претендовать на звание лучшей выпускницы. Не знаю, почему она до сих пор живет на нашем этаже. Мне нужно сделать твою фотографию для веб-страницы, над которым работает Рэйчел. Ты не против? Ты не против? Да фотографируй, пожалуйста, только быстрее. Чиз. Так, и давайте поближе. Бека, что ты делаешь? Я пытаюсь захватить тебя поближе. Бека, что ты делаешь? Нет. Все готово. А ты знаешь, где найти Лилу Ядав? Мне нужно ее сфотографировать. Скорее всего, она в комнате отдыха. Хорошо, спасибо тебе за информацию, Корин. Ладно, не буду тебе мешать. Удачи. Так, у нас сколько фотографий девушек уже есть? Две, получается, да? А, они тут не зачеркивают. Ладно, хорошо. Так, что дальше там? В комнату отдыха, значит, да? Нам нужно с вами будет пойти. А я могу вот сюда спуститься? О, темно. Вау, где это мы, котятки? История 4. Кажется, здесь нужен ключ. Так, хорошо. Мы пришли с вами в библиотеку, я так понимаю, да? Вау. Бонжур. К сожалению, это все, что я знаю по-французски. Ну еще шуэталер. Тебе досталась не самая хорошая соседка. Знаешь, еще не поздно поменять комнату. А тебе что, тоже не нравится Корин? Тебе что, тоже не нравится Корин? Корин никому не нравится. А почему? Почему? Потому что она Корин. А быть Корин совсем не круто. Не переживай. Все знают, что тебя поселили с Корин по распоряжению администрации. Если ты не будешь с ней дружить, никто на тебя не обидится. Кажется, здесь многое зависит от того, с кем ты дружишь. Кажется, здесь многое зависит от того, с кем ты дружишь. Эй, это важно везде. Мы же в реальном мире. Тут мне повезло. Я живу с Лилой Ядав. Она спортивная звезда и надежда команды Уэйверли. Мы с ней хорошо ладим. Может, потому что мы очень похожи. Все знают, кто она такая. И меня все тоже знают. Послушай мудрый совет. Постарайся как можно реже общаться со своей соседкой. А ты не против, если я тебя сфотографирую? Рэйчел попросил твою фотографию для сайта. Что ты думаешь о Мэл? А ты получал записки от черной кошки? Давайте спросим, а что она думает о Мэл? Если ей не нравится Корин, значит и Мэл тоже. Что ты думаешь о Мэл? Ее свободомыслие и отрешенность не более чем игра. Она не вписывается сюда и делает вид, что ей все равно. Может, ей в самом деле все равно? Думаешь, она не слишком умная? Думаешь, она не слишком умная? Думаешь, она не слишком умная? Да нет, почему же? Но в общении она полный ноль. Если бы не семейные традиции, ее и близко не подпустили бы к академии. По-моему, она немного не в своем уме. Ты получала записки от черной кошки? Все кандидатки их получали. Ну, на нашем этаже. И я тоже. Если честно, эти записки меня немного пугают. Если честно, эти записки меня немного пугают. А по-моему, это чья-то глупая шутка. Того, кто ее придумал, нужно исключить. И уличить этого шутника на самом деле не так уж сложно. Правда? Это Мэл. Она же... Я же говорила, она сумасшедшая. А черные кошки, все эти несчастные случаи, все это отлично вписывается в ее готический антураж. Больше просто некому. А ты не знаешь, почему записки приходят именно от черной кошки? Почему не от черной змеи или, скажем, красного паука? Не знаешь, почему записки приходят именно от черной кошки? Почему не от черной змеи или, скажем, красного паука? Ну, только никому не говори, хорошо? Когда-то очень давно здесь была учительница, которую ненавидели все студентки академии. Они всегда ее разыгрывали, пугали и все такое. И вот из-за очередной их шутки у нее случился сердечный приступ, и она умерла. Ее черная кошка сбежала в лес во время похорон и больше никогда не возвращалась. Но через несколько лет ее иногда стали видеть, и с теми, кто ее замечал, происходило что-нибудь плохое. Говорили, что эта учительница, мисс Халлоуэлл, возвращается в виде кошки, чтобы отомстить. Кто-то здесь явно пытается использовать эту старую глупую страшилку в своих интересах. Руководство борется с этим всеми возможными способами, так что я тебе ничего не говорила. Вот так вот, котятки. Значит, есть некая легенда, которую вот этот вот, я не знаю, шутник, проказник, злой человек использует для того, чтобы вышить студенток из академии. Так, ну что, у нас остался один вариант сфотографировать эту красавицу. Ты не против, если я тебя сфотографирую? Рэйчел попросила твою фотографию для сайта. Неужели Рэйчел тебя заарканила? Повезло. В первый же день ты познакомилась со всеми неудачницами. Я готова к съемке. Давай. Так. И сделаем поближе. Ты можешь быстрее? Да, отлично. Значит, Рэйчел тебе не нравится? Или мне показалось? Значит, Рэйчел тебе не нравится? Или мне показалось? Нет, тебе не показалось. Она даже Корин не нравится. А мне было приятно с ней поговорить. Ей здесь совершенно нечего делать ни в социальном, ни в интеллектуальном плане. Да, она сама знает, что ей здесь ничего не светит. Хо, такова жизнь. Хорошо. Ладно, мы еще успеем поговорить. Пока. Спасибо за информацию. Изи. Так, дальше. Что мне еще можно здесь сделать? Так, это что такое? Новинки. Числа, числа, числа. Помощник библиотекаря. Корин Майерс. О, она помощник библиотекаря. Ничего себе, нужно запомнить эту информацию. Ну, как много здесь информации, которую нужно запоминать. Так, это что такое? Вау! Это сайт, на который нам тоже нужно было вроде бы заглянуть по заданиям. Спросить Корин, есть ли у нее ключ от шкафа с редкими книгами. Все-таки она поможет с библиотекаря. Найти способ открыть шкаф... Слушайте. У нас этот шкаф не просто так. Зачем-то он нужен. Пароль доступа можно узнать у президента студенческого клуба. Так. Ага. Недавно отреставрирована библиотека Уэйверли, центр научной жизни всей Академии. Библиотека расположена в Рамзи Холле и оснащена беспроводным подключением к интернету, благодаря чему студентки имеют доступ к огромным ресурсам онлайн-библиотек всей страны. Фонд библиотеки Уэйверли насчитывает около 20 тысяч книг, видеоматериалов, компакт-дисков, DVD-дисков, а также около 100 наименований периодических изданий. Библиотека не только предоставляет студенткам литературу для научных исследований и самообразования, но также является самым любимым местом для встреч. Благодаря кабинкам, столам и удобным креслам здесь можно проводить групповые и индивидуальные занятия. С общего компьютера вы можете зайти на сайт Академии и в каталог библиотеки. Подключаться к интернету студентки могут с собственных ноутбуков. Время работы с понедельника по четверг с 6 до 23:30, с пятницы по воскресенье с 6 до 23. И поиск по каталогу мы можем какой-то осуществлять. Для всей остальной информации у нас с вами нужно знать пароль. А как же я тогда фотографии загружу? Ждичка. Ага, это активирует у нас компьютер. Так, ну слушайте. Изи-то должна знать. Мне нужен пароль доступа к компьютеру. Мне нужен пароль доступа к компьютеру. Его ведь у тебя можно получить? Да, но знаешь, я ничем не смогу тебе помочь, пока не закончу модель ДНК. Так что придется тебе подождать. То есть ей сложно продиктовать мне пароль? Или написать его на листочке? В чем проблема? А кроме тебя, пароли больше никто не дает? Неа. Хорошо. Если я помогу тебе собрать молекулу ДНК, ты выдашь мне пароль компьютеру? Не откажусь. Отличная идея. Так, задание такое. Следи за тем, чтобы аденин всегда соединялся с тимином, а цитозин с гуанином. Каждая из пар должна присоединяться к дезоксирибозе, которая вместе с остатком фосфорной кислоты образует цепочку. Надеюсь, ты быстро разберешься. Когда закончишь, подходи. Договорились. Подожди, подожди. Как это договорились? Я даже вообще не поняла, что нужно делать. Что-нибудь еще? Ладно, мы еще успеем поговорить. Пока. Алло. Мне сказали собрать для нее молекулу. Как мне это сделать? Желтый аденин, черный тимин, красный цитозин, синий гуанин, белый дезоксирибоза, коричневый остаток фосфорной кислоты. Так, я так понимаю, сейчас здесь должна что-то собрать. Правая кнопка мыши – вращение. То есть я должна брать вот эти кусочки и куда-то их на какие-то места размещать. Правильно я понимаю, да? Маленькие шарики, вот, например, есть. Средние и большие. О боже, как это все можно сделать? А наугад? Нет, она сказала, что что-то с чем-то должно соединяться, но узнать, есть ли фотография. Так. Собрать молекулу ДНК для Изи. А что с чем должно соединяться-то? Контакт, подсказки. Корин показал мне записку от черной кошки. Так, нет, это не то наблюдение. О, у меня есть номера, я могу позвонить Меган Варгас, Бесс и Неду. Слушайте, надо будет это сделать. Вот, посмотрите. Чтобы помочь Изи собрать молекулу ДНК, нужно помнить, что аденин соединяется с тимином, а цитозин с гуанином. Так, что у нас такое аденин? Это желтый, всегда соединяется с черным. Желтый с черным, а красный с синим. И все это присоединяется к дезоксирибозе. Желтый с черным, красный с синим. Так, значит, красный с синим, ну, предположим, черный с желтым. Значит, вот сюда еще желтый должен вставать. Вот так вот. И сюда будет черный. Вот так, например. Так, здесь тогда останется... синий с красным. Красный мне нужен кусочек. Вот, это единственный красный кусочек. Так, дальше. Красный с синим. Значит, вот так вот. А желтый с черным. Так, значит, тут где-то синий. Ой, черный. Так, ну пусть здесь пока будет. А здесь-то подождите. Ничего не пойму. А эти тоже... А, эти тоже снимаются. Если вот так вот. А здесь вот так получается, да? Это не снимается уже. Снимается только вот это. Здесь всего лишь тройная. Нет, значит, здесь все-таки будет вот так. Туда черный. Нет, сюда уже не подходит. Слушайте. А в чем логика? Вот они должны идти, например, 2, 1, 2, 1. Тогда вот так будет. А здесь желтый тоже. Котятки. Что еще снимается? Вот эта часть снимается. Может быть, тогда и наверх. Ничего не понимаю. Так, эта тоже часть у нас снимается. Что сюда должно быть? С красным по-любому... Красный с синим соединяется. Это вот по-любому просто. Не знаю, это может быть куда-то вот сюда. Или вот сюда. Или вот сюда, или вот сюда. Давайте пока поставим вот сюда. Тогда эту вот сюда. Это вот сюда. А это вообще мы никуда, да, теперь применить не можем, получается. Ой, красный же с синим. Желтый с черным. Нет. Это значит оставляем, потому что у нас больше вариантов нет. О, еще посмотрите, какая длинная-то осталась. А ё-то куда? Ничего себе, слушайте. если вот так? Это тоже, посмотрите, беленькая куда-то вниз ведет. Это не снимается, значит, это по-любому сюда будет черный. Может быть, тогда вот так? Нет. Почему я так размышляю? Посмотрите, у всех коричневых вот есть такие белые кружочки, они все смотрят в одну сторону. А тут, если я поворачиваю, то они смотрят в другую сторону. Ой, такие головоломки не для меня. Я в них ничего не шарю, котятки. Что-то сюда. Так, тут что у нас? Тут не снимается, зато снимается верхняя. А здесь у меня есть двойная. Двойной здесь нет у меня. То есть вот такая вот. Ничего не понимаю, котятки. Нет. Так, ничего понять не могу. Так, что еще снимается? Вот это снимается. Так, это тоже снимается. Какая-то должна быть логика. Тут двойная. Значит, это вот сюда. Потому что больше тут нет двойных. Потом, значит, идет вот этот кусочек. Здесь должно быть синее или красное. Наверное, красное, потому что здесь синее. Если попробовать сделать вот так. Это вот так. Эту, например, вот сюда. Так. Так, и... Что неправильно? Все же? Я же все собрала. Дальше-то что мне нужно сделать? Куда-то нажать? Так, что-то где-то неправильно получается. Закончила ДНК? Вот она. Вот она. Ты где-то ошиблась. Придется переделать. Что-нибудь еще? Прости, что отвлекла. Ну, заглядывай. Ладно, котятки, попробуем. Попробуем посидеть, подумать. Так. А, вот здесь же нет палочки. Вот, посмотрите. Ну, если уж и сейчас у меня ничего не получится. Закончила ДНК? Вот она. Ты прелесть. Ладно, запоминай пароль. AKU35BS136. AKU35BS136. Запомнила. Спасибо. Что-нибудь еще? Боже, подождите, я ничего не запомнила. Я ничего не запомнила. Ну-ка, у тебя есть шанс стать лучшей выпускницей? У тебя есть шанс стать лучшей выпускницей? Шанс в моем случае ни при чем. Я заслуживаю этого звания, и в конце концов я его получу. А что будет, если несколько студенток получат одинаково высокий средний балл? А что будет, если несколько студенток получат одинаково высокий средний балл? Высокий средний балл – это еще далеко не все. В академии оценивают внеучебные занятия, лидерские качества, общественные дела. А по этим параметрам я первая. Я стану лучшей выпускницей, а потом поступлю в Гарвард. О, какие амбиции у этой девушки. Пока. Так, я пароль-то получила, а где он? О, наконец-то Изи сказала мне пароль. Теперь я могу зайти на сайт Академии. Мой пароль АК-35БС-136. У меня активировался телефон. Кажется, Мэл получила еще одну записку. Да ладно, мисс Готика получила вторую записку? Да вы что? Так. Ладно, разбираться с Мэл, второй запиской в частности. Давайте мы будем в моем следующем видео, пока поднимемся наверх. И остановимся именно вот здесь. Сохраним сейчас игру. Да, перезапишем. И попрощаемся на этом моменте. До новых встреч, мои котятки. Вроде бы ничего... необычного во втором видео по этой игре не произошло, но тем не менее я не хочу затягивать прохождение игр и делать их там часовыми, двухчасовыми и так далее. Поэтому давайте на этом моменте мы завершим с вами. Поздравляю вас с наступающими праздниками. Поздравляю вас с наступившим Новым годом. Желаю вам всего самого доброго, чистого и светлого. Как всегда, прошу вас подписаться, если вы до сих пор еще этого не сделали, и нажать на значок колокольчика, чтобы не пропускать видео, когда они выходят на моем канале. Также пишите мне комментарии, ставьте лайки. Мне будет очень и очень приятно. А я с вами со всеми прощаюсь до новых встреч. Как всегда, рекомендую смотреть только полезные и качественные видео, играть только в интересные игры. И всем пока-пока. Всем пока. Мяу!